одного из легендарных борцов у нас. Со мной пришел гость Анатолий Афанасьевич Бондаренко. Ну, вы в Советском Союзе не жили. Это тренер сборной Советского Союза, первый сборной Советского Союза, пятикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза. Это легенда нашего дзюдо. Таких, как он, осталось очень мало. Я, например, с таким всегда, когда молодой был мастер, мне даже было страшно подойти к Анатолию Афанасьевичу, потому что это было, ну, не знаю, недосягаемая высота там для меня в свое время. Дай поводу. Так что любите, жалуйте. Спасибо, Анатолий Афанасьевич. Итак, сейчас поприветствовали Анатолия Бондаренко, прославленного советского самбиста, дзюдоиста. Мы сделаем потом интервью с ним сегодня, еще немножечко поговорим с ним. Всем удача такая. Вот все завязали. Его за спину заведите пояс. Вот сюда. Перевели, перетянули. Перевели назад, давайте. Молодцы. И вот теперь моя задача. Вот узел его назад тянуть, понимаете? Вот сюда его вытащит пояс. Вперед, постарайтесь выйти. Приготовились! Без бросков, ребят! Без бросков! Кто первый приведет, тот выиграл! Приготовились! Тебе! Заходи! Минута! Игрушка тоже полезна. Вот кто кого столкнет, понимаете, вот прыгает. Кто кого столкнет? Смотрите, скажу, пошире стали. Смотрите, кто наступает на ногу, тот проиграл. Поэтому и на координацию вашу, и на равновесие. Смотрите, пошли с нас. Все, проваливайся. Давай, давай. Вот, играем, играем! Просто толкаем, раз! Через захваты, через захваты! Коснулся! Все! Куда вы шли, Камерлайн, дай мне! 37 метров на стол, можно 30 метров! Пошли! Поехали! Не прыгаем! Тело на двух ногах стоит! На одной ноге стоит сегодня! Вы идем, поднимайте! Вы идем!
еще одну игрушку тоже. Это хорошее упражнение для захвата и передвижения. По троечку. Встали по троечку. По три человека быстро! А Исмаил должен достать мою спину. А я вот, вот так вот должен защищать. Нет, да? Двигай, двигай, ребят! Я понимаю! Жесткину забегать через партнер. Обучающий тренировочный процесс мини-дзюдоистов через игру развиваются качества такие как координация, ловкость, выносливость, и все взаимодействие с партнером. Так мы прерываем нашу съемку и включимся в следующем выпуске.